зале почти 300 детей. Ученики первого в Восточной Украине бесплатного проекта Music Camp Kharkiv разучивают хоровые произведения на четырех языках – латыни, испанском, английском и украинском. Американский педагог и дирижер Констанция Фортуната разработала уникальную методику ускоренного преподавания музыки. Первый обучающий детский лагерь она открыла в 2001 году в Румынии. Спустя два года проект заработал в Украине. Секрет преподавания Констанции Фортуната в том, что всех без исключения детей она считает музыкально одаренными. Я верю, что путем создания динамического, интерактивного, позитивного окружения или среды я могу вдохновить им и позволить им помочь им раскрыть их внутреннюю одаренность. В Харькове с учениками лагеря Music Camp работает команда из 15 педагогов. Кроме хорового пения, дети осваивают навыки композиторского мастерства, а также игру на музыкальных инструментах – виолончели, гитаре, флейте, кларнете, орфе, хэнчайсах и золотых звоночках. Условия для участников только одно – возраст от 11 до 15. В харьковском проекте дети из областного центра и пригорода, а также Одессы и Донецкой области. Среди них есть школьники из многодетных семей, переселенцы, дети участников АТО, сироты, инвалиды. Более половины подопечных раньше никогда не занимались музыкой и не умели играть на инструментах. Учитель у нас очень интересный, он после первого дня аж как-то дух захватила, потому что очень интересно это развивать, показать себя в новой сфере, попробовать, можешь ли ты это, стоит ли тебе этим заниматься или не стоит. Очень интересно, потому что учишь много песен, все время все новое узнаешь, и это захватывающе. Констанция Фортуната уже обучила музыке более 50 тысяч детей в разных странах мира. Американский педагог имеет свою команду единомышленников, рассказывает, уже привыкли к скептицизму в свой адрес. Они думают, мы сейчас будем сопровождать детей, сейчас будет что-нибудь легенькое. И тут дети начинают исполнять Баха или Гайдна, и музыканты не верят сначала у них. И учителя то же самое. Они сначала не могут понять, сейчас, наверное, мы услышим какие-то песенки. А потом выходит хор, многоголосый, сильный, красивый. И люди плачут. Аудитория плачет. Проект Music Camp Kharkiv стартовал 2 апреля и завершится 7 числа. Дети выступят на сцене Харьковского национального театра оперы и балета. В сопровождении симфонического оркестра прозвучат хоровые композиции и одна инструментальная. Также зрители концерта смогут пожертвовать средства на нужды сирот, детей с онкологическими заболеваниями и детей в зоне АТО. Виктория Вашкевич, Алексей Калмык, медиагруппа «Объектив».